Очень резкий поворот, опасный. Да ну нафиг, блядь. Мартин, он, по-моему, любит мстить, он как-то окнёшь его случайно, он потом тебя специально может там. Да нет, мне кажется, он просто не справляется с... О, что это за хер? Какой-то невидимый угол. Аккуратно, аккуратно! Тут такие повороты, что ай. Аккаунт забанили. Чист, чист. Как сказать? It's my account for 1 month. And later, I don't know. Не знаю, что меня ждет через месяц. For 1 month. Vacate account is in ban for the money. Короче, как-то криво сказала, не знаю, поняла она или нет. Ха-ха-ха. Yes, Кейти, ха-ха. Кейт лайк мани. Yes, yes. Мани на халява. Crazy Кейт. Crazy Кейт лайк мани на халява. Но если тот аккаунт будет нулевой, я ему этот аккаунт не отдам. Пошли они. За месяц тут накопится, наверное, побольше на нулевом. Ну конечно, нет, это уже изначально у него было 2.5 миллиона. Я купила хоть какие-то тачки. И еще за месяц я накоплю плюс еще какие-то деньги. И если у меня тот будет нулевой, то... Даже те же 2.5 миллиона я буду копить, фиг знает сколько. Поэтому, не, я не отдам. Так они что сказали, если будет нулевой? Но они говорят, что если он будет нулевой, то вроде как они попытаются снова там какой-то новый... технологии накрутить деньги, если снова забанят, то дадут мне прокачанный аккаунт свой уже навсегда. Договор такой. Твой, в смысле, вот этот? Дэрл? Нет, какой-то то ли этот, то ли какой-то другой, который еще совсем прокачанный. Пока мы договорились так, как будет, не знаю. Они как бы извиняются, пишут, что это по нашей вине, мы обещали, что без бана, типа того, мы виноваты и так далее. Извините, в карман не попал.
да, я им сказала, что, ребят, ну, как бы, у меня будет нулевый аккаунт, то и вы ничего сделать не сможете, но они такие, ну тогда мы дадим аккаунт свой нормальный. Если тот мой аккаунт не обнулят, то, в принципе, мне пофиг, но не будет денег, то будет хотя бы тачки и все остальное, то это не проблема. И уровень. Но об этом никто не знает, как это.